Это 3. Это опять 7 римская. Хм. 3,70 это означает. Это не просто так, это 10. А. Я Ванюша, и сегодня мы продолжаем там играть Lego City Undercover. Вот. Итак, в прошлой серии мы делали, я уже не помню, что мы делали, потому что прошлой серии было уже 2-3 месяца назад, ребят. Я уже, наверное, и управлять разучился немного. Вот, так что нам нужно встретиться Порто де Люка. О, боже, мне опять надо привыкать, потому что у них в этой игре Lego City очень свои клавиши. Ну, как бы, я тоже говорил не какая, потому что я уже не помню, что я говорил. Вот, и, соответственно, мне не очень удобно, вот, так привыкать, потому что я играю в многих игр, которые такие клавиши никогда не было. Вот, так что мне нужно как-то... Че я боюсь, что вот, господи, значит, у меня там управление, я не знаю. Ну, наконец-то, ребят, мы приехали, и там капец, как далеко, конечно, было. Так, приезжаем, опять у нас видосики будет, да, получается, или нет? Так, хорошо, я понял. Так, довольно на букву Г нам надо. А, нам нужно остановить фу. А где она? Так, подожди, ух ты ж. Так, вот это фу, да? О, нет, подожди, какая это фура-то, господи, это же ведь банк, наверное, нет? Инкассаторская машина или что это? Так, вот это фура, да? Нормально такая сильная. Давай, давай. Так, осталось 4 здоровья. Ну куда? Мне нужна фура, что ли? Ты станешь для банды настоящей находкой. Так, хорошо. А тебе его реально раздолбанил эту фуру, ну что? Короче, ребята, нам нужно дойти в канализацию где-то. Это у нас где получается? Ага, далеко. Ой, подожди, как это? А, вот. Ага, вот здесь. Нам нужно канализацию. Еще нам дали предмет. А, господи, как он называется? Кашкомет или как? Ну, короче, наподобие этого предмета. Потому что я точно не помню. Так, мне бы нужна, конечно, Ламборгини, точнее, машинка мне бы. Так, ой, нет, только не мопед. Или как он там называется, не помню. Дизали, мне нужно срочно, потому что там у нас такая капец, такой капец происходит. Так, извините, мэм, я вас обогоню. А, здесь нельзя обгонять. Тут есть холодная. Хорошо, прямо потом направо. Чё-то остановился. Море погода тут идёшь. Так, направо аккуратно. Ой, ё-моё, 30 км в час. Это я не помню, километр в час или просто выглядит как километр в час. Может, это миль в час, конечно. 30 миль в час, я не знаю, сколько это будет. 80 км, да ладно. Поймем как-нибудь, не умрем же ведь, правильно? Так, вот люк наш, воров твои приборы. Приборы ворон, короче, нам нужно. Ну, у меня есть, а вот я сейчас не могу поменять. Так, стоп. О, кстати, вот это здание очень похоже на трейл из игры, который там PlayStation или всякие. Ой, ё-моё, как мне это выйти-то? Как мне там выйти? Нога, да? Да. Трейл, который... А, здесь немножко вообще не нужно. А, вот, да, вот это здание. Перед игрой мы сейчас с вами что-то будем делать. Так, куда там надо делать? Ага, на ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, полисмен, бонжур. И чё, я не вор? Так, прыгаем на же. Опа. Прыгаем. Ю-ху. Дакор, а теперь мы здесь находимся в канализации, которая нам целую неделю потом надо отмываться, по словам Чейза. Ой, ё-моё. Короче, ничего не понятно, что они... Ой, а чё я делаю-то? А, вот тот самый блат-то, который я говорил. Так, вот сюда. На Л-очку. Так. Забираем мы с вами вентиль, да? И пихаем сюда. Кушеньки это уже делал, мне кажется, в одной серии, нет? Что-то похоже. Так, открываем с вами кондиционный люк. Так, получаем мы с вами ключик. А главное знать, что это хорошо, что это не радиация, потому что если была бы радиация, это было бы, ну, не очень весело, будем говорить так. Так, включаем какой-то генератор. Так, включаем. Двери открываются, соответственно, по логике. Но стоит подумать, почему приходит к этому замку. Я не знаю, честно говоря. Так, вот, кстати говоря, так, значит, это зеленый красный. Чего? Боже, что издеваетесь? Красный, да, ли... Вот. Ой, боже, вот так. Тихо. Здесь давай-ка посмотрим, выдернем. Спасибо, очень вовремя, особенно, когда это уже не надо. Ладно, вот так вот открываем дальше. Здесь тоже, наверное, нужно включить, да, получается? По моей логике, Л-очку. Выключаем. Угу.
Да, сидите, получается, мне нужен вот этот. Так, бич. Набили. Убили. Опа! А вот полиция, так, полиция, полиция, вот так вот. Опа, давай-ка. Я уже и забыл, как там. Как там кидается вот так вот? О! Отлично! Ой, ё-моё. Почему у меня один-то? Одно сердце осталось-то, капец. Вот это они, конечно, сильные, ребят, конечно, могут. Алло, а еще, наверное, да? Идеально. Теперь мне нужен воришка. Так, переключаем. Что там мы сейчас из этого огня что делаем? Нет? Так, вот так, сука. На букву R. Короче, на букву R зажимаем и все. Так, аккуратненько там пойти. А, так вот зачем мы отключали, я понял, потому что мы спрыгать вот так вот. Кое-как можем. А, щенки. Так, собираем. А, мне нужна полиция, полиция, полиция. Или не обязательно. А, продолжение, типа мы делаем, я думал, что это просто думочка будет, которую мы будем кидать, подожди-ка. А, вот так вот, аккуратно. Баришка. Бон, бун. Так, открываем дальше, опа. А теперь сюда доходим, да? Блин, по логике, да. Идет контрольная точка, бон. Я не успел вообще ничего прочитать, а пока преступниками разбирался, я там уже и запутался. Бон, давай-ка убиваем его. Потом мне нужно вот это. Как там на R зажимаешь. Опа. И мы получаем с вами что? Вот это, да? L. Нажимаем. И мы получаем с вами следы. Как бы это не звучало. Так, вот сюда, да? Вот сюда, шинки. Ага. Нажимаем на R-очку и получаем с вами что? Всё? Не, ну это мне не нужно. А, нет, нужно. Так, мне нужно взять это. И вот сюда, шинки. Кладем. Валим. Взрывается. Так, поток начинает. Что я взял-то? А, мне нужно создать ему катер. Катер, да. Что за? Как можно спуститься на дурную? А, на дурную матрас. Бунитаз? О, ядерная ядомитая. Ой, не ядерная, ядовитая. Канализационный вред, как называемый. Хорошо. Мне нужно как-то... А как мне работать-то, плыть-то? Я не умею. А, как на машине. Я понял. Вот тут я и... Ух ты, подожди-ка. Я хочу сюда доплыть. А, нет, нельзя. Подожди-ка, а я могу спрыгнуть? Ага, я теперь могу, да. Мы получаем с вами что? Автобус. Инкассаторском... О, как вначале говорил. И как знал я, только я не знал это. Так, здесь что мы делаем? Вот так вот, да. Плывем быстрее, отлично. О, фиолетовый, мой цвет волос фиолетовый. А нога сюда, опа, аккуратнее. Хорошо. Вот, как фиолетовый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие у нас чуваки. Так, опа. Камбо сделали. Все. Уже на третьем даре он лежит. Видите, нажмите. О. А, понял. Это оказывается так. Мне нужно подожди, вот запутал клавишами. Так, на L-очку. И мы получаем с вами винтель. Очередной раз, капец. Так, опа, прикольно. А, подойди вот сюда, да? Да, вот сюда. И что у нас получается? О, фонтанчик, прикольно. А, это как лифт, вместо лифта. Наконец-таки. Так, теперь мне нужен шахтер, это вот сюда. Ой, что ты делаешь, боже? Так, вот тебе поломаем. Потом мне нужен воришка. Так, берем это. Вот это, о, элочка. Забираем перчаточку, я просто случайно. А, вот, я понял. Так, где у нас вот это вот сюда кладем? Так, а здесь мы открываем. Так, а ты купил, который тебя отключить, прямо что-то. Я ничего не понимаю, что он говорит, он быстро, очень быстро разговаривает. Так, кто-то почему менял? Что-то нажимаем. Опа. Да, я понял, да, теперь нам нужно активировать, чтобы у нас вот это появилось красное. Я просто думал, что изначально красное было, а потом зеленое. Хорошо, я понял. Это типа как у нас интернет передается, вот так, чуть-чуть. Так, это я хотел бы поменять на полицейском, да ладно, в принципе, это вообще все равно. Вниз, направо, потом как-то уголочек направо, вон. Так, выйдеть нельзя, наверное. Так, вот это. Хорошо. Так, давай-ка полицейского. Наверх, интересно, что наверх. А, наверх это будет концовка, скорее всего. Но и здесь тоже концовка, я даже не знаю, куда идти-то. Или нет. А, нет, не концовка.
Я думал, что это концовка все-таки. Хорошо, быстрее такого и... А, нет, не концовка, это все-таки просто переход на другой уровень. Уже почти в моих руках. Мега-изумруд сделает меня пустословно богатым. Ты знаешь кого-нибудь, кто возьмется продать его? Это ни к чему. Мы крадем его под заказ. Я уже некоторое время работаю на частного покупателя, и ему не терпится заполучить этот камешек. Так что не облажайся. Последний, кто облажался? Ох, ёлы-палы. Ему не повезло. Что случилось? Я не мог позволить, чтобы такой человек продолжал работать на меня. И теперь он кормит рыбок. Что? Ну да, он ночной сторож в океанариуме. Я позвоню. Короче, понятно. Так, пока я тут говорил, вы уже видели, что я делал. В принципе, это логично было, потому что это нас все время нас это мучит. Так, вот сюда. Ага, варежка. Где что есть, товарищ? Так, забираем сразу. Так, открываем этот люк. Ага, переходим на другую локацию, или я не знаю что. Дальше, давай-ка вот это. Чё-то я помню эту локацию, я вроде бы смотрел где-то. Так, где тебе что? Здесь у нас. Ага. Куча штуковин всяких. Что-то мы делаем. Так, заранее меняем. Давай. Серый. Короче, ничего не понятно. Так, вы давай-ка вот это сюда. Так, это как нажимать-то уже забыл на L. На L, да. Изумруда там не оказалось. Да, странно. И тут тоже. 2 из 4. Может, так надо или нет? Так, стоп, что-то это... А, это мы лазеры переключили на другую сторону. Полицейский. А, вот полицейский. Тянем. Да? Или что? Взорванулось. Так, здесь лазер аккуратнее. Сначала вот эту штуковину. Лочка. И потом что? Это куда? Это вот сюда, наверное, да? Так, а синий лазер. Подожди, ты со своим синим лазером. Спасение еще и сломал это. Так, вроде бы нам эту дверцу надо открыть каким-то образом. Не та красная, найдите, не то красный. Так, вот еще у нас. Давай-ка послушаем, что там. Достали. Ты что? Последний точно 100% должен. Я не знаю, где вот он, короче, бы. Так, давай-ка ломаем это. Это нам золото не нужно. Правильно, наш полицейский. Так, играем в роль вора. Надо было сразу самый последний брать. Это логично. Так, звездочка 1 из 4, хотя раньше тоже был у нас 1 из 4, поэтому должно быть 2 из 4. Так, вот сюда, да, я просто не донес его, скажем так. На элочку собираем. Вот оно что, ребята. Нам синий надо, я не думаю, я вообще не догадывался даже. Открываем, да, надо было логически подумать, что это всегда синий. Я думаю, что серый, как нелогично. Так, здесь у нас, я надеюсь, синий. А, открываем это, вот это, да? Все и глубее память нужно понимать. Так, давай-ка открываем опачку. И сиква. Здесь что? Красок. Иметь и все. Так, куда же вы сюда? Как хорошо видеть, не один раз можно. Так, открываются на 3 решеточки. У нас куча перезаливщиков красок, да, получается? Или что? Или нет? Дайте-ка вот сюда элочка. Дергаем. Сирена. А, да, наверное. А это я сам решаю. А, нужно поставить на зеленую. Да, я понял. Я шумный. Мы с вами умные. На зеленую надо. 3 зеленых. Открывается у нас сейфная дверь. Открывайся давай. О, отлично. Изумруд. Отлично. Долгожданный изумруд, ледами. Ну как же изумруд без всяких, так скажем, дурацких полицейских. Ну вот способ свалить из банка, это вот сюда. Единственный способ. Так, дальше у нас снова 3 ментика. Так, давай вот сюда. Так, тебе кидаем куда какому-то. Так, тропочки на парочку. Так, эти картинки плохие воры, наверное. Полицейские плохие. Опа, на тебе по голове чокнулся. Так, алло, а что мне еще нужно делать? Это что ли? Так, снегоуборщик, я вряд ли уверен, что он мне нужен. Так, вот сюда, берем. Давай. Опа. Так, собираем. То, что мы разобрали, только чуть по-другому.
Так, что это у нас получается? Пункт управления, что ли, или что? Или что? Так, давай, открываем. Это 3, это 5, 7, римская. 3, 7, если это означает. Это не просто так, это 10. Мы теперь должны числа, наверное, да? Красный, подожди, синий он... вот красный 10 у нас. Хорошо, вот 10. А синий у нас был, подожди, синий тройка. А зелен у нас был какой вот здесь? 5-7. Идеально. И открывается у нас сейф, который у нас лежит ключик. Коричневый выход из банка, мне кажется, да? Да, вот сюда выходим. Точнее, тыкаем. Опачки, нажимаем. Опа. И выход. Все. Идеально. А, нет, еще не выход. Так, идите на оранжевый. Ой, господи, что я так нажимаю? Это вообще не реагирует. Так, мне нужно быстро это, наверное, да? На всякий случай доберем, потому что я не знаю, может быть пригодится, может не пригодится. Так, я таком, получается, каком-то я не пойму. Что это, я не пойму. А, это клетка какая-то, ё-моё. И что мне нужно? Вот сюда. Да, я так и знал. Потом эту дверь надо открыть, чтобы туда дойти. О, боже мой. Випи, уже не надо доходить, у нас так ломано. Так, давай, открываем сейфик. Опа, отлично. Что у нас? Ага. О, теперь я могу. Открываем. Где тоже верно, да? 44 даже уже. Что мне нужно? Получается, потойка мне вообще основная. Какая цель-то была, я не пойму. Потойка, это не голубовщик, это ну, давай потоим так. А построить на его. Ну давайте потом, я тебе не знаю, какая там основная цель была, надо читать, я не читал, не читаю всегда. Так, а что мне нужно-то? Все, теперь отдыхаем, все, теперь мы отдыхаем. Ура! Эпизод пройден, доступен режим свободной игры, который у нас всегда доступен. Доступна деталь номер 4, часть полицейского значка мы, кстати говоря, даже раньше, вначале мы нашли тоже. Доступна у нас инкассаторская машинка. Прошли, вот этого 54%. Золотые блоки у нас 16450. Продолжить создать. О! Короче, у нас есть место там, где нужно оставить нам изумрудик. Но я даже не знаю, давайте мы с вами оставим на это на следующей серии, потому что получается другой акт, а у нас есть с вами 2 минуты 30 секунд, еще и полиция нам мешает. Так что, ребята, давайте мы с вами на этом закончим. Продолжим следующую серию. Спасибо тем, кто поставил лайк, подписался, посмотрел новое. Концовка. Всем удачи, спасибо всем. Пока.